Что ты делаешь? Сейчас я сижу на параде возвращения молодости. Она действует на меня, на мои болячки. Очень приятно, здорово. У меня много болезней. Двух глаз нету. Одна нога совсем сгорела, потом это самое дровью три пальца совсем раздробили. Помогал на молоковозе и там хотел ногу отмыть, а там под мостом, оказывается, стояла бочка, и я отрезал ноги. Вот так. Тогда то где-то у меня один глаз пропал. Потом второй после пропал. Вот сюда ударился, вот, полуслепой. Поэтому сломал это самое ребра. Тогда пропал второй глаз. Ну, сейчас это самое отек в ногу было. Она, этот аппарат, отек туда, вот вниз, по ноге, стягивает вот сюда. И вот сюда. И поэтому отек все берет на себя. Ну, мой парень говорит, это она радикалы собирает.